вечером, брат Михаил. Удобно вам говорить на технике? Удобно. У меня вопрос такой. Вот у нас сестра Ольга Глазунова померла, слышали? Врачила сегодня. Да. Да. Вот ее дочь Наталья едет туда. То есть, ну, можно ей, ну, как бы, помочь-то? Я так понимаю, что средств нету на то, чтобы добираться туда. Спросить, там, может, помощь какая-то нужна. Как вы думаете? Не знаю. Вы о ком говорите конкретно? Об Ирине? Она Ященко. Это же ее дочь. Это дело очень непростое. Тут откровения должны быть. И кто-то рядом должен проверить, сходить. Так не помогайте никому пока. Вот один писал, трое детей остались, там двое больные, она на работе не ходит, окна разбитые. Ну и решили, пришли. Это студент третьего курса медицинского института, университета. Парень выдает себя за мать, покинутую мужем, дети больные, необходимы, все. То есть стоят перед чем угодно, родную мать заложат, продадут. Поэтому не спешите с этим. Надо, чтобы кто-то конкретно мог там сходить и узнать. Она же у нас в этом, в сообществе, Ольга Глазунова, которая раком болела, сестра. Ну, она болела, и что дальше? Она померла. Когда умерла? Ну, сегодня вот Наталья Ященко, она у нас тоже в группе находится. Так, и вопрос. Она ее дочь. Вопрос в чем? Помочь ей стоит, Игнат Тихонович, чтобы она поехала на похороны, она собирается на похороны. Ну, если на это стоит, знаете, человека стоит... Чтобы помолились там, что нужно, сделали. Вот Кадушкина Георгия подключите, он там бывал у ней. Может быть, выберет время, да. И поедет. Да, мужская сила. Кадушкин, он очень хороший мужчина. Крещение принимал. Да. Угу. Я сейчас наберу ему. Да, я подумал, что помощь кому-то нужна. Не расслышал. А здесь человек умер, мы знали Ольгу. Царство ей небесное. А я еще вчера и материалы скинул большие. Вот она почила. Она у нас крещение принимала, мы ее знаем. Хорошо помним. Вот так вот. Все, пока. Ну, все, спаси Христос. С Богом. Сейчас тогда да. Идет. Так.